Доброго времени суток всем зрителям канала «Современные родители». В этом видео я расскажу вам о лучших паровых швабрах для дома в 2023 году. Какие модели пользуются большой популярностью среди покупателей и действительно заслуживают называться лучшими? Ответ на этот вопрос и предстоит узнать. Как обычно, в описании я оставила ссылки на все паровые швабры, представленные в моем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы сможете изучить актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! Свой топ я хочу начать с модели Kitford KT1009. Мощность данной паровой швабры составляет 1300 Вт. Время нагрева воды равняется 30 секундам, а максимальное время непрерывной работы устройства достигает 45 минут. Что же касается объема бака для воды, то он составляет 350 мл. В комплекте, помимо соответствующей документации, также имеется мерный стакан, тряпка для пола, удлинительная ручка и рамка для ковра. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, что позволяет пользоваться прибором с большим комфортом и не находиться в постоянных поисках ближайшей розетки в квартире. Весит данная модель 1,8 кг. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про длинный сетевой шнур, удобство в использовании, быстрый нагрев, достаточно эффективное отмывание разных напольных поверхностей, небольшой вес и разумную стоимость. В недостатках владельцы иногда указывают хлипкую конструкцию, но в целом говорить про какие-то действительно серьезные минусы не приходится. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал «Современные родители» и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы не пропускать выход моих новых видео, которые я выпускаю регулярно. Далее в моем рейтинге идет модель Endeavor Odyssey Q606. Мощность данной паровой швабры составляет 1700 Вт. Благодаря регулировке подачи пара она подходит практически для любых видов покрытий – деревянных и ламинированных полов, керамической плитки, линолеума, а также ковров и мягкой мебели. До полного нагрева воды в резервуаре, объем которого составляет 370 мл, требуется всего 30 секунд. Что же касается времени непрерывной работы устройства, то оно достигает 45 минут. В комплекте также имеются сменный чехол из микрофибры и насадка для чистки ковровых изделий. Мощная паровая струя до 28 грамм в минуту с давлением до 1,5 бар не только позволяет без особых усилий очистить поверхность, но и способствует достаточно эффективной дезинфекции. Это позволяет без прибегания к химическим средствам уничтожить до 99,9% полевых клещей, негативную микрофлору и запахи, что особенно важно для семей с маленькими детьми или домашними животными, а также для людей с аллергическими заболеваниями. Стоит отметить, что максимальная температура пара составляет 103 градуса Цельсия, а длина сетевого шнура равняется 6 метрам. Весит прибор 2 килограмма. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про удобство в использовании, простую сборку, небольшой вес, длинный сетевой шнур, мощную подачу пара, эффективную очистку поверхностей и дезинфекцию. В минусы владельцы иногда записывают хлипкую конструкцию и не очень надежное крепление для тряпок. А что вы думаете об этой паровой швабре? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая паровая швабра, о которой я хочу вам рассказать, носит название Körcher SC3 Upright Easy Fix. Мощность данной модели составляет 1600 Вт. Для нагрева воды до нужной температуры требуется всего 30 секунд, тогда как максимальное время непрерывной работы устройства достигает 40 минут, а объем бака для воды составляет 500 мл. Для большего удобства на корпусе предусмотрен светодиодный индикатор, который постоянно отображает состояние паровой швабры. Прибор может похвастаться пластинчатой подошвой насадки, которая обеспечивает оптимальную очистку практически любых напольных покрытий. Также стоит отметить гибкий шарнир, благодаря которому насадка полностью прилегает к полу при любом росте пользователя.
Не могу не упомянуть и интеллектуальную настройку жесткости воды, позволяющую установить жесткость воды индивидуально от мягкой до очень жесткой. А длительный срок службы аппарата обеспечивается наличием оптимальной защиты от накипи. В комплекте также имеется насадка для ковровых покрытий. Вес устройства составляет 3,1 килограмма. В конце отмечу возможность добавления воды во время работы прибора и наличие трехступенчатого регулятора подачи пара. Никуда не делось и эффективное уничтожение до 99,9% вирусов и бактерий. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про эффективное мытье поверхностей, удобство в использовании, тихую работу и хвалят высокое качество сборки в целом. В недостатках владельцы иногда указывают то, что устройство достаточно тяжелое по весу и высокую стоимость. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где я оставила ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Ariette Steam Mop 4164. Мощность данной паровой швабры составляет 1500 Вт. Она как нельзя лучше подходит не только для уборки напольных покрытий вроде паркета, ковролина, мрамора, кирпича и обработанного дерева, но и для чистки зеркал, ковров, варочных панелей, душевых кабинок и керамической плитки. Непрерывное время работы устройства составляет 20 минут. Прибор имеет бак емкостью 350 мл. Не могу не отметить возможность регулировки интенсивности подачи пара, что позволяет подобрать наиболее оптимальный режим для уборки определенной поверхности. В комплекте имеются насадка для чистки ковров, струйная насадка для чистки моек, газовых духовок, микроволновок и вытяжек, плоская насадка для удаления грязи и жира, угловая насадка для чистки труднодоступных мест, две маленькие круглые щеточки для чистки засохшей грязи, например, на конфорках плиты и удаления известкового налета. Плоская щеточка для чистки стыков напольной плитки, насадка для ткани, которая подходит для мебели, штор и одежды, насадка для зеркал, стекол и душевых кабин. Вес данной модели составляет 1,9 килограмма. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про удобство в использовании, быстрый нагрев воды, компактный размер, эффективную очистку, небольшой вес и хвалят хорошее соотношение цены и качества в целом. В минусы владельцы иногда записывают хлипкую конструкцию. Узнать стоимость каждой паровой швабры, представленной в моем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые я оставила в описании. Финальную тройку моего рейтинга открывает модель KITFORD KT1006. Мощность данной паровой швабры составляет 1500 Вт. Нагрев воды до нужной температуры осуществляется всего за 30 секунд, а максимальное время непрерывной работы устройства достигает 55 минут. Емкость бака для воды составляет 450 мл. В комплекте, помимо документации, имеются мерный стакан, тряпка для пола, удлинительная ручка и рамка для ковра. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, а весит прибор 2,5 килограмма. Что же касается потока пара, то он равняется 35 граммам в минуту. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про эффективное мытье поверхностей, небольшой вес, удобство в использовании, компактность, размер, симпатичный внешний вид, регулируемую подачу пара и хорошее соотношение цены и качества в целом. Примечательно, что некоторые владельцы, наоборот, в минусы записывают то, что данная модель для них тяжелая. А в общем, говорить про какие-то действительно серьезные недостатки не приходится. Предпоследняя паровая швабра, о которой я хочу вам рассказать, называется StarWind SSM5575. Мощность данной модели составляет 1500 Вт, а для нагрева воды до необходимой температуры требуется ровно 30 секунд. Объем бака для воды составляет 500 мл. Прибор может похвастаться функцией автоматического отключения при недостаточном количестве воды в резервуаре. Также хочется отметить наличие регулятора мощности, который позволяет контролировать силу отпаривания в процессе работы. Среди прочих особенностей не могу не упомянуть и встроенную защиту от накипи, которая существенно продлевает срок службы устройства. Что же касается комплектации в плане насадок, то в нее входят насадка-скребок, насадка-щетка и насадка для пола. Вес аппарата составляет 2,8 килограмма. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про эффективную очистку поверхностей, высокую мощность, длинный сетевой шнур,
богатую комплектацию, удобство в использовании и хвалят высокое качество сборки в целом. Некоторые владельцы в минусы записывают то, что данная модель кажется им достаточно тяжелой, а также то, что она требует постоянного нажатия кнопки подачи пара. А завершает мой топ-7 лучших паровых швабр для дома в 2023 году модель Mountfield MF1932W. Мощность данной паровой швабры составляет 1500 Вт, а объем съемного резервуара для воды равняется 400 мл. Нагрев воды до необходимой температуры требует всего 20 секунд, тогда как максимальное время непрерывной работы прибора достигает 12 минут. Помимо всего прочего, не могу не отметить сильный антибактериальный эффект, который позволяет устранить до 99% микробов и бактерий без использования моющих средств. Также можно выбирать между вертикальным и ручным режимами. Скорость подачи пара составляет 32 грамма в минуту, тогда как длина сетевого шнура равняется 5 метрам. В комплект входят, кроме насадок, мерный стакан, воронка, щетка, тряпка для отпаривания, рамка для ковра, скребок и салфетка из микрофибры. Что же касается насадок, то доступны следующие: угловая насадка, струйная насадка, насадка для отпаривания и плоская ворсовая насадка. В конце отмечу наличие функции автоматического отключения устройства при недостаточном количестве воды в резервуаре. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про разумную стоимость, симпатичный внешний вид, многофункциональность, высокую мощность, богатую комплектацию, удобство в использовании и высокое качество сборки в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные недостатки говорить не приходится. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылки на все паровые швабры, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Если мой ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход моих новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Счастливо!